строительство 16 многофункциональных военных медицинских центров стартовало 20 марта. Один из объектов возводится в Одинцово на территории госпиталя. Работа кипит в круглосуточном режиме. Строители трудятся на объекте в три смены. Сейчас задействованы 356 человек, и численность будет только расти. Работы сейчас ведутся по монтажу металлоконструкции. Монтаж сэндвич-панелей, кровельные работы, внутренние работы по разводке инженерных сетей. 5286 квадратных метров. Медцентр будет полностью оснащен всем необходимым. Здесь будут принимать военных и членов их семей. И не только в период роста коронавирусной инфекции. Этот объект будет функционировать на постоянной основе. Сегодня осмотрели ход строительства площадки в Одинцово. Темпы нас устраивают. Мы видим, что наращенные темпы и количество ресурсов, количество людей и техники позволят нам даже чуть раньше сдать указанный объект. Запланированный срок у нас был 30 апреля, пока мы выходим на 25 апреля. Каждый день для нас важен. Это жизнь и здоровье наших граждан, военнослужащих, членов их семей. Строительство ведется в 15 субъектах страны. На селекторном совещании были заслушаны доклады со всех площадок строительства медцентров. Хорошо, доклад принят. У вас наиболее передовая площадка. Больше 700 человек одновременно работает. Люди и техника работают на пределе, мощности наращиваются. Военным потребуется чуть больше месяца, чтобы завершить строительство 16 таких центров по стране. Качество работ отслеживается с первого шага, как бы с приемки материалов и потом в процессе работ непосредственно производителями работ, также технический персонал есть, который занимается проверкой качества выполненных работ. В Одинцово строительство планируют завершить к 25 апреля. Будущий центр укомплектуют самым современным медицинским оборудованием, в том числе компьютерным томографом. Штат и состав медцентра уже определены. Сейчас врачи проходят обучение и повышают квалификацию в военной медицинской академии Министерства обороны Российской Федерации. Мария Шматкова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».